Привет, Герман. Сегодня мы снимаем видео про Херобрина. Если мы его найдем, конечно, будем его искать. Сейчас будем искать. Так, сейчас у нас загрузится. И сейчас мы создадим мир для Херобрина. Если у нас, конечно, есть сид. Создать игровой мир. У меня сида нету. Видите? Ну ладно. Вот такое название мы будем вести. Это сейчас мы найдем. Попробую ввести название. Мир вот такой. Все, создаем мир, я участник, и теперь мы проверим, будет ли у нас это работать. Я сейчас не знаю. Так, сейчас мы проверим, сработает ли у нас это. Сейчас проверить, сработает ли у нас это. Честно, я, ребят, не знаю, сработает ли, не сработает. Сейчас проверить надо. Так, я где-то ощутился. Води. Вода просто обычно. Что здесь? Обычный мир. Так, вода была интересная. Ладно, это мы забудем. Теперь нам надо идти самим Херобрином. Найдем ли его? Конечно, я не знаю Херобрина, как найти. Блин, у меня теперь рука работает. Сейчас нам надо как-нибудь вылезти оттуда. Надо нам включить туман. А, погода, наверное, блин. А, сейчас я поменяю себя на оператора. Оператор. Теперь мне надо... Блин. А, забыл. Черт. Творческий. Личное выживание. Теперь сейчас сработает, наверное, конечно, если... Во, все. Погода туманная нужна. Блин. Черт.
Попробуем поставить грозу. Боже мой, страшно-то как. Ужас. Зачем я так сделала? Я пойду попробую. Надо сделать погоду на ясную, мне что-то. Мне нравится эта погода. Тем более выживание еще. Все. Вот у нас ясная погода. Я не знаю, где он сейчас находится, конечно. Если он, конечно, здесь, он мне даже ничего не пишет. Это не ра. Ой, курица, боже мой. Не работает. Там пещера. Вау. Вау. А, это не пещера, это просто как бы. Да, это не пещера. Ну, подальше на пещеру я не пойду. Блин. Чего? Тихо. Надо быстро побегать отсюда. Так, здесь особо... О, там есть куча. Смогу ли я, ребят, забраться на 10 блоков земли? Это, может, не удастся забраться на вон на ту высоту. Более мне уже 9 блоков. Вот. Да, получится, оказывается. Черт. Ай, я упал. Ладно, у меня все закончилось. Или мне надо перейти в... Режим творческий. Не, ну блин. Ну давайте мы поиграем немного на других мирах. Чтобы он пугает меня. Сейчас мой путь грузится ли этот мир? Так, сейчас у нас загрузится мир, и мы сможем продолжить. Боже мой. Где? А, я вот заспавнился. А, ну, зачем? Фиг знает. А вот мне портал. Что мне там? Я уже не помню. Сейчас со своей симки выброшу оттуда. Доброшу. Я их не могу выбросить. Ой, моё. Как я так разбил его? Тебя чуть не припомнится. А давайте мы снова остановим. Всё.
Странное, какое-то небо непонятное. Ну ладно, плывать. Продолжим с вами путешествовать в этом мире. Стоп. Это что за дом? Странно, это что-то я вообще не строю. Прокопы. Что это? Что такое? А, тут нет ничего, домик. У меня опыт. Ой, как горит сильно. Ну что, ребята, будем на этом уже заканчивать. Мы уже повсюду попутешествовали. О, давайте мы чуть-чуть. Вау. Значит, по миру Херобрин мы не смогли так все пропутешествовать, потому что его там нету. Где же нам его было еще искать, ребята? Я сейчас не знаю, где искать его было. Ну что, ребята? Ой, давайте мы сядем. Ну что, ребята, с вами был я, блогер Герман. Жмите лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Mm-hmm.